Решение об этом было принято на внеочередной сессии городского собрания. В ее рамках депутаты рассмотрели один вопрос. На основании обращения граждан мы сегодня провели заседание сессии городского собрания и назначили публичное слушание по преобразованию муниципального образования город-курорт Сочи, муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи и муниципальное образование городской округ Сириус. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 26 февраля. Они пройдут в Малом зале Нового театра Сочи. Он находится в концертном зале фестивальный на улице Орджоникидзе. Начало в 9:00.